Подводим итоги крещенских праздников. Кировчане традиционно купались. Пошли купаться, пошли. И принимали снежные ванны. Как он умудрился выжить? В филармонии выступил Джон Леннон. Не отвечает твоим высоким стандартам. А Джоан Роулинг написала новую книгу о кировских дорогах. Я просто в ужасе, я никогда раньше ничего такого не делала. На филейке конфликт между двумя семьями. С мечом в руках ты говоришь о мире? Привел к стрельбе. Давайте разберемся. Ладно. И угону четырех автомобилей. Милиция! А в целом праздник удался. Теперь можно спокойно сесть на диван и провести выходные вместе с Первым городским каналом. Это невероятно.